Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и глава называется «Последний страж». Какой-то, ребята, вот этот шар, глаз, зрящее око, похоже, это самый главный здесь страж, который охраняет. О, вот он, страж, ребята, смотрите, какой он огромный, капец. Вот с кем битва-то. А как, подожди, что-то он мощный. Ну-ка, подойти, главное, к нему. А что он делает? А что это? Это щит такой или что? Я его разбиваю. Какой-то мощный страж. Он меня не пускает туда. Как с ним бороться-то? Так, погоди. Ну, попробуем все-таки разбить это все дело. Я разбил, я добрался до него, но он опять, он щит какой-то включил. И от меня отгородился. Ах ты страж, ты посмотри на него, а. Ну, давай, иди сюда, будем бить тебя. Он опять что-то, какое-то оружие что ли включил. Ну-ка давай, добивай его. Раз. Еще, а нет, не еще. Он откинул меня. Опять оградился. Ну-ка посмотрим. А куда он делся? Эй, ты где? А мне-то что делать? Куда он свалил? Сейчас как появится где-нибудь. Или мне можно идти дальше? А, все, можно идти дальше. Так, ладно, понял. Значит, это было своего рода испытание. Вот он опять. И как от этого увернуться, я не понимаю вообще. Стоп. Перепрыгнуть нельзя. А как вниз туда бежать? А, я понял, вниз бежать. Давай, запускай. Все, надо обойти вот эти кристаллы, вот здесь внизу укрыться. Так. Теперь мне как-то подобраться к нему надо, он меня кидает какими-то шарами фиолетовыми. Один шар в меня попал. Ладно, вот это ломать надо. Зеленую штуку эту надо поломать, чтобы до него добраться. Сейчас мы этот щит сломаем и смогу тогда я его ударить. Подходи, нет, подожди, не подходи. Он опять отгородился. И уже двумя шарами одновременно кидает. Ты посмотри, что, а? А нет, пока одним. Во! Вот так надо бить быстрее, пока он с этой елкой. Да ты чё, а? Ну, давай подходи. Чё ты делаешь, Нек? Как мне его ударь? Бей! Бей, бей еще, еще, ломай его быстрее. Все. Все, что ли? Я выиграл его. Слабачок. Давай лети вниз. Мне кажется, я самый крутой Нек. Самый крутой Нек в мире. Отлично. Ну, если... О, смотри, какие деревья маленькие. По сравнению со мной. А вот этот око опять на нас смотрит. Эй, глазище. Не смотри на нас. Куда идти? Ребята что-то наверху стоят там. Ну, а походу просто... Просто пробежать надо. Отойду и поломаю. Нек здесь все крушит, все ломает. Оп, в сторону. Уже с двух ударов, раньше с трех падало. Я еще больше стал, ребята. Это просто огромный Нек. Так, давайте на меня, агритесь быстро. Еще двоих сразу сломаю сейчас. Не-не-не, еще одного. Вот так, все нормально, идем дальше. Кто будет со мной бороться? И где вообще самый главный? Вот он самый главный. А это кто? Это еще кто такой?
за голем приполз? А, он сейчас у него внедрится, прикинь. О, ничего себе, как... И как ты хочешь получить? В левое ухо или в правое? Ну-ка. Подожди, он меня притягивает. Я стал... Я развалился и стал маленьким. Как так-то, а? А что мне теперь делать-то? Нифига он здоровый. Мне надо свои реликты собрать. Быстрее беги. Ну-ну-ну, быстрее надо, надо собрать свое, свое барахлишко. Да отвали ты, а. О, еще раз попал. А как я вроде бы уворачивался? Вроде бы и все, и уворачиваешься, но ничего не получилось. Давай, 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 собирайся, Нек, собирайся. Ну, тряпка, соберись. Ладно. А, ну с таким мы боролись же уже подобным. На, получи. Еще удар. Бросай елку свою. Хорош, ты че? Ты что делаешь? Так, а как? Щит? Или что у него сейчас будет? Ну-ка, он меня пытается опять что-то швырнуть. Да прыгай уже, а. Не, надо просто... Надо, мне кажется, к нему надо подпрыгать. Так, 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 так. Что делать-то? Как подойти? А, ближе нельзя подходить. Надо все-таки постараться это все пережить. А, вот сейчас можно. На! Опять он меня уменьшил, да? Он меня отбрасывает и отбрасывает все назад. Так, ладно, я бегу. Ух ты, вот это уже сложно. Как с ними бороться-то? Они же здоровые для меня сейчас. И он еще сам что-таки... А, он их сам прибил. Так, ну надо быстрее ломиться. Хорош, а? Мне надо просто добраться до своих доспехов. Отвалите всех. Быстрее, 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 быстрее восстанавливайся, Нек. Ну давай, давай, расти. Все, все, этому втащил, тому втащил. Всем дал, всем раздал. Тихо. Дурачок, что ли, мечом? Не надо махать здесь. Больно. Есть, получи, получай, получай еще раз. Бам, я его разбил. Все, по-моему. Это был твой финиш. Приз получен, значок стража. Все, до свидания. Лети. Откуда пришел? Что происходит? Я разбираюсь. Рушится, ребята. Надо срочно бежать, быстрее спасать наших друзей. Где док? Где вся наша бригада? Вот они. Пойдемте домой. Да. Скорее бы все снова стало как прежде. Сынок, боюсь, все уже никогда не будет как прежде. На этом все, что ли? Да, действительно, ребята, мы одержали победу. Незабываемую победу в незабываемой игре. Это очень клевая игрушка была. Док. Давай, Лапис. Пойдем. Вместе с Шарлоттой. И пацан с ними. Лукас. Лукас. Зачем Лукаса взяли с собой? Тоже рукой, чтоб помахал. Вот кому надо рукой махать, ребята. И не одной, а всеми тремя. Так что это самый крутой герой. Чё там кидает мне? А, они мне реликтов накидывают, прикинь. Э, хорош. Кто там опять? А, это я не вписался, я полмоста снес. Ирония в том, что величайшая угроза миру исходила изнутри. А теперь
Я с радостью хочу поблагодарить троицу наших героев за предотвращение ужасной трагедии. Спасибо, Нек. Спасибо вам. Доктор? Можно? Хочу поблагодарить Нека за огромный, можно сказать, гигантский вклад в наше дело. Но отдельно я хочу поблагодарить нашего младшего героя за его мудрость и дальновидность. Если бы не он, мы сгинули бы навеки, применив ключ. Спасибо, Лукас. И давайте вместе почтим память Райдера, который ради нашего спасения пожертвовал жизнью. Мы с тобой, Райдер, где бы ты ни был. Но на этом история не заканчивается. Как это обычно делается, да? О, он все-таки спас ее. Вот такая вот впечатляющая история про Нека. Есть, кстати, еще вторая часть. Я надеюсь, мы ее тоже поснимаем. А вообще, ребята, напишите в комментариях, какую бы вы еще хотели увидеть игру, чтобы мы поиграли. Может быть, есть какие-то особые предпочтения. И куда он пошел, интересно? Он к нам идет, нет? Тащит ее. В целом, была очень клевая игрушка, мне очень понравилась. Такого жанра, ну, редко встретишь нормальную. А вам, ребята, всем спасибо за просмотр. То, что досмотрели до конца. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, кто не нажал еще, чтобы получать уведомления. И всем удачи, и всем пока.